Здравствуйте, меня зовут Давид Абелян. Я детский стоматолог клиники Dental Fantasy. Я занимаюсь лечением кариеса, пульпита и периодонтита у самых маленьких пациентов. Особое внимание уделяю профилактике и обучению эффективной гигиене полости рта. Реставрирую молочные зубы композитными материалами, сохраняя природную анатомию. По показаниям восстанавливаю зубы специальными коронками для молочных зубов. Провожу бережное, безболезненное удаление зубов, которые уже не спасти. Владею техникой психологической адаптации для детей с негативным опытом лечения, а также для детей с особенностями развития. При сильной тревожности у ребенка провожу лечение с применением поверхностной седации смесью азота и кислорода. Работаю по самым современным и безопасным протоколам лечения под контролем специальной медицинской оптики. Записывайтесь ко мне на прием в Dental Fantasy, и я с радостью помогу вашему ребенку.